повесить. Заряд все равно недостаточно ни для чего. А что за ящики здесь на плацу? Рядом с джигитом. Джейсон, беги к ящикам, я тебе с картой там встречу. Сейчас я еще не закончил минирование. Но я тут уже около ящиков. Последнюю растяжку сейчас положу. Все, я заминировал весь северный забор и еще там одну мину между бараками воткнул. Какой смысл помещать мины на карте, если все равно нету никаких карт ни у кого? Никто даже не узнает, что я туда поставил никак. Ну пусть не ходит, хрен знает где. На брифинге надо вообще ставить метки. Не, ну это чушь какая-то. Ну как, не, ну в принципе можно поставить какие-то метки, но не все же. Стой, Зил, вот я рядом стою. Ну все, в принципе, почти правильно понатыкано. Я, в общем, там буду около палаток этих колец. Сейчас, погоди, я поставлю. Все вроде поставил, сейчас я только воткну еще вот эту вот танковую мину. Где-нибудь на плацу вон там. Перед бункером. Здесь ежи, здесь ежи, здесь не надо ежи. Я говорю, ну, в другой зоне, которая южная. Не, на Airfield там фиг он поймешь, где он будет ездить. Офигеть, а что это у нас бункер внутри этого? Вообще нереально круто. Сделать поставь противотанковую мину. Вот южная зона, там единственный ангар. Вот, вход в ангар вот
оттуда. Противотанкового. Южную зону никто не кроет вообще, что никого здесь нет. Вообще такое ощущение, что в зонах мои дни остались. На южной зоне барса должно быть 4, где-то 5 человек. Не знаю, может они заныкались куда-то, но их тут нет. У вас на южной зоне сколько человек? Садись, там будь около дома рядом, а потом садись, если вертолет полетит. Я даже не знаю, на какую кнопку захват. И нужен ли он вообще? Ты захват. И нужен, да. Слушай, а его можно перетащить. Может его перетащить просто и все? Перетащи. Только смотри, отсюда у тебя обзор есть, а ты перетащишь, у тебя обзор может не быть. Я буду на втором этаже диспетчерской вышки. Уничтожить вот эти вот светящиеся штуки. Смысла нет, сейчас уже день начнется скоро. Так, а ботов можно лутануть, то есть убить? Кому-нибудь оптику взять или еще что-нибудь в этом духе? Ничего нет. Ну, вот пулемет, да, не помешал бы, там подствольник.
спешке. Да не скоро напасть уже по-любому должен. Конечно, вся карта метка. Они с вас. Судя по карте, они с востока, севера и запада. Отовсюду, короче. А какая здесь дальность видимости по умолчанию? В смысле максимальная? Я заметил только что у меня всего один магазин. Ну правильно, сапер без GPS и без карты, и неудивительно, что ему все равно больше одного магазина не понадобится. Он долго не выживет. Да мне не надо, в принципе. Может, ботов обмотать. А как их можно убивать их или нет? Или как их обмотать? Только так. Ну так я не могу, тут ничего не дать нельзя. Ну у них нету сумки, ничего. А в этих палатках медицинских типа есть что-нибудь? Профессия сапера. Вот как они отплатили за нашу доброту. Это не я, это Зилот. Для антуража его здесь поставлю. Че, их можно перетаскивать, что ли? Ну, можно, типа, если наручники одел, то можно тащить. Может быть, везде это, как его, всех перетащить, там, поставить по углам, чтобы они еще базу зачищали. Я надеюсь, Зил, ты сказал всем, что зона, северный забор везде заминирован. Хочу заминировать этого чувака, которого ты поставил. Я взрывчатку на нему положу, прикреплю к нему. Ну его убьют, под ноги поставить ему. В смысле, обычная взрывчатка и подрывной пакет, он не сдетонирует просто так. Или здесь он детонирует? Дорогу, что ли? Блин, не могу понять, здесь столько взрывателей. Одинаковые. Зачем два взрывателя? Один на М57, один другой М26. Оба для удаленного запуска.
Для чего они еще пригодны? Ну да. Фигец, я прям под сапог положил ему. Замаскированно. Бендер, ты видишь этого чувака у шлагбаума? Видишь взрывчатку? Так, а как взрывать-то? Через это меню ГМ. Даже есть кнопка горячая клавиша. Зилот, у тебя есть оптика, да? Так ведь? А нет, у тебя ничего. У меня бинокль есть. Нет, бинокль мне не нужен. У него умирают часто. Штаб на связи. Стоп, первое. Принято, отлично. Ждите, наблюдайте, ставьте метки. Они все равно будут вынуждены вас оставить ТЛ, потому что у них по времени же эскадренчание. Слушайте, орудие работает. Кстати, я понял, можно его можно же кабельной стяжкой связать бота, а потом обыскать. Да. Сейчас я налутаю все магазинов. А почему, почему его нельзя у него взять этот? Я его связал, а оружие не забрать не могу. Гюрза на связи? О, патрончики.
это одна, как бы. Я же у меня где должен быть. Сетевая. Так я только сил захватил, он сразу за горизонтом скрылся. Он, видимо, видит, слышит, когда я пикаю. Кстати, какая дальность у этого джигита? На 3 километра там можно стрелять? Он знал, что по нему был пуск, это же инфракрасная ракета. Да, по-моему, по бункеру стреляют. Там, где пушка стоит наш. Сзади, с юга. С юга. Дил, посмотри карту, у нас на юге есть враги. У нас сейчас со всех сторон враги кружит. Готовьтесь к героическому сопротивлению и неминуемой смерти.
отправили, но ПТУРов не было в РХС. Он в 3000. Это я прям вижу, как он фигачит. Его выстрела. Теперь будет там до конца игры стоять. С глушака, что ли, кто работает? На вышке одно отделение врага спускается вниз по горе, говорят. Чё за западная вышка? Блин, теперь туман какой-то. Ой, кого-то ранило. Почему и красные, и зеленые трассеры у нас стреляют? Нет, пойду-ка я отсюда. Блин, когда они ботов убьют уже наконец, чтобы я взял нормальное оружие? Поставь на видное место, тогда убьют. У нас палатка сложилась. И ДШК замолчал. На одном ДШК был я, как только по мне начали стрелять, я замолчал. Так надо это, стрелять по ним. Да мы не просто подогнем, мы вообще в жопе. Ты что там бегаешь у палатки? А я? Какие-то вредительские враги вообще не убили ни одного бота. Тут будут
Тауэр станет расстрелять. Ну я по-любому бы, я только в упор буду стрелять, потому что у меня один магазин. Да я помню. Взять наш ДШК и засунуть его куда-нибудь, спрятать и отстреливать их. Он, по-моему, по нам уже лупит из нашего же ДШК. Блин, по мне ощущение метров 300-400. Спрашиваешь. Зил, похоже, танк проделал дырки в заборе своими выстрелами. Мина взорвалась. Это как раз дальние там углы.
где угол забора такой. На вышку смертника залезть. Нет, не предлагаю. Я говорю, что можно. Существует такая теоретическая возможность. Что-то ездит. Кто знает, что там едет? Ты ничего хорошего. Южная зона катается. Главное, чтобы он к ангару подъехал. Остальное да.
стрелял, там далеко враг. Или... Зачем танк притягиваешь? Сейчас идеальное время засадить. Давай, давай. А, все, уничтожен, уничтожен. Так, один танк уничтожен. Два танка уничтожен, два танка уничтожен. Нет, оба танка уничтожен. Ты в КВ говоришь? Ну да, я вам говорю. Ну, смотрите, один танк взорвался примерно около моей мины. Пошел лутать патрончики из-за этого убота. Севера вроде пока чисто. Блин, с такого расстояния не определишь даже бинокль, свои или чужие. А труп тащить можно, нет? Труп нет, но ты его на месте полутай. Ты же ложись там. Около ангаров на западе непонятно кто ходит, то ли свои, то ли чужие. Бандер жив? А с чего это так, Валя? Вижу врагов. 280 метров 200. Пересекает забор. Бункер в ангаре, блядь. Нет, он был не он в ангаре. Стоял он стоял между ангаром и зданиями. Ну вот, а сейчас тут в ангаре бункер, блядь. Что за, блядь, это? Ну, карты меняются. Ну, надо отыгрывать, как бы, блядь. Ту карту, которую мы играли, блядь. Ну заебись хули, ёпта. Просто не надо было подъезжать к ангару. Да кто же знал, что там их 150 человек, блядь, ёпта. Ну, в любом случае не надо было подъезжать к ангару. Кто идет? Ой, один уже подорвался. Но он не умер, сволочь. Почему он не умер? Что это за безобразие? Придавило забором. А я умер. А ты как умер? На мине. Где ты словил-то? Ну, заходил на юг. И его заборы там, блять, ну не знаю. Нахуй в эту зону вообще полезли. Там на горе пацаны сидели. У орудия.
Пушку-то уничтожили? Да. Да, обе пушки уничтожены. Кстати, а кто танк какие-то вы все зажили? Не вынюхивай. Ну вот один сгорел у ангара, я так думаю, с гранатомета бахнули, а там... Ну да. Блин, что за гадкий танк всего 3 метра до моей мины не доехал и взорвался.